оставаться малым уже заебало. Больше денег, больше залы, чтобы лицо перед онлайн-сериалами мелькало. На шее и запястье сплавы дорогих металлов. Бала лайка, лайка бала. Не только мастер по тату может набить ебало. Я дома и ее карма у моего причала. Ей наплевать на смысл песни, надо чтоб качала. Выпьем? Ой, смотрите, Саш, соседа твоего показывают. А так погромче его сделаем. Давай-ка. Реально, Серега. О. Сергей Владимирович, вы самый известный в мире психолог-практик с 45-летним стажем, автор 25 бестселлеров и личный коуч миллиардеров. Поделитесь и с нашими телезрителями, в чем смысл жизни? Да с удовольствием ничего не утаю. Шлите все нахуй. Дурят народ. С нами мериться хуями. Все то, что на кармане, мы заработали сами. И меня тоже бесит реклама в инстаграме. Особенно, когда мне за нее платят частями. Одних волнует, что закручивают сверху гайки. Других волнует, что накручивают сучки лайки. Лайка бала, бала лайки. А нахуй некого послать, одни киски да зайки. Как же хочется порой вечером придя домой. В съемной хате иду в душ в украденном халате. Как настоящий предприниматель. Радиостанции твердят о каком-то формате. То ли послать им песню, то ли послать их нахер. У Падика бабули всегда отчетливо знали. Кто наркоман, кто шлюха, кто на каком канале. Чем живет Лена с пятого и кто ее клиенты. Теперь бабули перебрались в комменты ленты. Как же хочется порой вечером придя домой. О, Серег, привет. Здорово. Может, выпьем, пойдем, у меня день рождения. Да бросил я. Понятно. А вот то, что сегодня по телеку сказал, про смысл жизни. Правда? Правда. Шли все нахуй. Нахуй? Нахуй. Добрый вечер, мальчики. Хуй с ним, пойдем выпьем, блядь.